череде многих мероприятий, состоявшихся в рамках празднования 72-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, стал гала-концерт для участников Великой Отечественной войны и гостей города-героя, состоявшийся в Центральном концертном зале. Перед его началом в зал внесли флаги Российской Федерации в Волгоградской области и Знамя Победы. После этого на сцену пригласили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Евгения Федоровича Рогова. Примечательно, что первое слово глава региона отдал именно ему, дав таким образом всем присутствующим понять, что главные герои праздника именно они, наши ветераны-победители. Я думаю, будет совершенно правильно, что первому мы предоставим слово сказать нашему уважаемому ветерану, человеку, который освобождал Сталинград, человек, который освобождал Европу, человек, который принимал участие в сражениях, которые в итоге изменили весь мир. Мы празднуем 72-ю годовщину успешного окончания Сталинградской битвы. Ведь отсюда, от берегов Волги, вся мразь немецких фашистов покатилась до своего логова в Берлине. В этом наша заслуга. И я думаю, и сейчас, в эти дни, некоторые пытаются оспорить или переписать историю по-другому. Надо будет сказать, что мы опять с вами на переднем крае. Поэтому наша задача рассказать молодежи все, как это было у нас и в 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Я думаю, что мы справимся. На нас с вами лежит ответственность за то, чтобы не переписали историю. За то, чтобы люди знали, благодаря кому они живут. Наше поколение, ваши потомки, дорогие ветераны, имеем возможность родиться, учиться, создать семью, воспитывать детей, служить своему Отечеству благодаря вам. Мы это понимаем. И уверен, что мы все это передадим нашим детям, вашим внукам, и нашим внукам, вашим правнукам. Вы, самое главное, показываете пример нашему поколению. Как надо любить Родину, что значит ее защищать. И спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы имеете возможность сказать нам, вашим внукам и правнукам, смотрите, за вами, за вашими плечами большая страна, большая история, великая культура. Защищайте то, что сделали мы, то, что стояли мы, великую страну. Мы выполним ваш наказ. Живите долго, живите дольше. И сегодня с нами наши друзья, сегодня с нами большая делегация из нашей Республики Крым. Поздравляю с председателем. Мы рады, что вы вернулись в нашу семью. Мы понимаем, что долгий был путь, но люди сделали свой выбор. И мы уверены, что это будет продолжаться. Россия – это сильное государство, сильное, мощное государство, которое не делит на чужих и своих. Мы все наши, мы все родные. С праздником! Затем начался сам концерт, основой которого стала тема Сталинградской битвы, тема Великой Победы на берегах Волги, патриотическая тема.